Друзья, почему об этой страшной трагедии столько дней молчали в интернете, никто не знает. До сих пор об этом даже не рассказали по телевидению. Несколько дней назад в больницу с серьезными телесными повреждениями попала известная украинская актриса театра и кино Ольга Олексій. Что произошло с актрисой, ни родственники, ни друзья не хотят рассказывать. Нигде никакой информации об этом нету. Мы будем держать вас в курсе всех событий. Сейчас мы проводим собственное расследование, и уже завтра на утро наш источник на нашем канале расскажет вам, дорогие друзья, более подробнее об этой всей трагедии. Поддержите наш канал, мы делаем большую работу только для вас. Берегите себя, своих родных и близких, друзья.